Данный автомобиль Mercedes Benz Vito Minivan. Выпуск у него 2002 года. Объем двигателя 2,8. 174 кобылы. Этот автомобиль приобрел для себя, как бы для личного пользования. Ну, он красивый, шикарный, как бы удобство. Но как бы ретро, можно так сказать уже, да, старенький. Зато в нем интерес есть и душа. И есть что показать людям. Такого ни у кого нету. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Когда-то, ну, под заказ его сделали для себя человек, губернатор Самарской области. А, вот он на ней ездил. А потом в связи какие-то обстоятельства, не знаю, ну, продали его. А, продали его в Москву. Нашли его в Москве и взял наш товарищ. Катался на нем, катался, восстановил его. Много тоже вложил средств и сил. А потом надоел ему, наскучил. И мы решили себе его привезти для своего пользования и для наслаждения. Этот автомобиль создан для пассажира, кто едет сзади, а не для водителя. Хотя получаешь удовольствие как за рулем, так и как пассажир. Но больше как пассажир. Так как там все удобства есть абсолютно. Телевизор, кондиционер, холодильник, бар. Короче, сидишь и кайфуешь. Мини-офис на колесах. И вот это все удовольствие стоит за этих денег.